Добро пожаловать! В Ленинском округе появилось еще одно место для прогулок и отдыха. Своих первых гостей принял Видновский лесопарк. Преображение этой общественной территории площадью более 60 гектаров стало возможным благодаря губернаторской программе «Парки в лесу». Как прекрасно, да? Когда мы в своем родном городе, в своем родном городском округе открываем такие прекрасные места. Наш Видновский лесопарк. Хорошо, что у нас происходят такие изменения. Видновский лесопарк – это не парк с аттракционами в его традиционном понимании, а уникальный симбиоз природы и комфорта. Когда человек фактически находится в лесу, но гуляет по благоустроенным дорожкам и может заниматься на тренажерах. Проект стартовал еще весной, и за 7 месяцев была проделана большая работа. Очень много прогулочных дорожек, очень много. Несколько десятков километров. Сделали зону, так сказать, для посиделок. Там скамейки, люди, все. Освещение все там есть. Но, тем не менее, здесь есть две спортивные площадки. А еще появились лавочки и урны. Со стороны проспекта Ленинского комсомола открыта брендированная входная группа. Все основные маршруты и зоны отдыха освещены. Также до конца года будут полностью оборудованы детская и две спортивные площадки. Я так довольна этим парком. Я, если честно, не ожидала, что из этого можно такую красоту сделать. И нам очень близко к дому, прям очень удобно и на лыжах, и просто прогулки. На велосипеде буду кататься. На самокате и на тоже. Лыжах. Да, и на лыжах зимой. Все семьей будете ходить, да? Да, 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 мы очень хотим. Да, у нас пока двое лыж, но мы еще купим двое и будем ходить. Приходите в Видновский лесопарк и вы. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.